Для удобства пешеходов в районе поселка Западный 2 обустраивают пешеходные дорожки. Тротуар прокладывают вдоль проезжей части по шоссе Западному до улицы Татьяничевой. Протяженность его составит около 2 километров. О необходимости здесь безопасной зоны для пешеходов заявили сами горожане. Да, на общественных слушаниях люди проголосовали о том, что здесь им нужен тротуар. Потому что в зимнее, весеннее время, когда происходит таяние снегов, тут невозможно было пройти. Очень люди близко ходили к самой проезжей части и создавались как и конфликтные ситуации, так и аварийные. Поэтому было принято решение администрации выполнить комплекс строительно-монтажных работ по устройству тротуара на данном участке. В планах обустроить пешеходный тротуар здесь вплоть до улицы Отрадной. Кроме того, в ближайшее время начнут укладывать асфальтовые дорожки и на улице 50 лет Магнитки на участке от улицы Тивосяна до шоссе Западного. Пешеходный тротуар должен соединить сразу несколько городских поселков – Западный 2, Светлый, Звездный. А уже сейчас пешеходные тротуары появились на Маяковского, Луговой, Строителей и Комсомольской.